Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у вас есть возможность получить ПЗ-4 Шмаль Турм в своем великолепном внешнем виде, если будете сливать свои ресурсы, будете играть, получать знаки классности и зарабатывать за победы золотые слитки. Давайте сразу разберемся с этим игровым событием Luxury Lounge. Что необходимо делать? Да, в принципе, как обычно, необходимо получать знаки классности. В зависимости от того, какой знак классности вы будете получать определенное количество бриллиантов. 12 бриллиантов за знак классности 3 степени и аж 180 бриллиантов за знак классности мастер, но пойди их получи. Хотя, если вооружиться какими-то редкими машинами, которые не пользуются популярностью, допустим, из батл пассов, то в целом собирать знаки классности 2 и 3 степени не составляет практически труда. Что необходимо для того, чтобы получать золотые слитки? С золотыми слитками тоже не все так сложно. Необходимо просто побеждать. Причем необходимо побеждать так, чтобы вы еще в бою умудрились что-то сделать, получить какой-то опыт, то есть просто зайти в бой там отстояться у вас не получится. Что вы можете себе получить за бриллианты, что вы можете получить за золотые слитки? Ну, я бы сказал, что главная награда — это сам ПЗ-4 Шмаль Турм, но исходя из того, что за него придется отвалить всего лишь 2500 бриллиантов и 35 слитков, при том, что за вот этот великолепный обвес необходимо отвалить 4500 под большим вопросом, что является основной наградой. Я уж молчу про украшение для ангара, которое мне, честно говоря, заходит, но, по-моему, очень сильно дороговато. Но кто его знает, может, кому-нибудь из вас данная красота выпадет из вот этого контейнера Deluxe. В контейнере Deluxe у нас лежит машина, которая уже один раз была в таком событии, а именно Сцептр, который является полной копией, прям один в один проходной машины соответствующего уровня в дереве исследования сборной Европы. Вот такая вот интересная штука получается. Ну и здесь, как я уже говорил, вот это украшение ангара, только, как вы видите, другого внешнего вида. Все-таки изменили немножечко цвет, и плюс к тому есть еще машинка, с которой, в принципе, все стартовало. Как вы помните, именно эта машинка была первым украшением ангара данного типа. Плюс к тому можете получить голдишку на все свои шансы. Ну и что касается самого Сцептра, то здесь у нас, ребят, компенсация 10 тысяч голдой, если данная машина в ангаре у вас есть. Ну а если нет, то вы ее сможете получить с вероятностью, грубо говоря, 0,2%. Короче говоря, будем считать, что вы не можете ее получить. Вы быстрее получите чего-нибудь из вот этой вот всей дребедухи. Что стоит также отметить: не все вот эти вот призы вы будете получать только лишь за бриллианты и за золотые слиточки. Вы можете некоторые из этих наград, в частности, допустим, тот же самый контейнер Deluxe, забирать, не играя вообще. Для этого вам необходимо будет слить какие-то свои ресурсы, типа тех же самых бустеров, допустим, или свободного опыта, и можете открывать себе в пределах своих финансовых возможностей данный контейнер, получая оттуда что-то, что, скорее всего, вас расстроит, ну а может быть, кого-то обрадует. Я не совсем понимаю разработчиков с вот этим приколом по поводу того, что за бриллианты вы можете получать себе бустеры. Ну, ребят, получить знак классности 3 степени для того, чтобы слить полученные бриллианты, причем 350 брилликов надо отдать за даже не эпический бустер опыта, ну, такое себе. Поэтому я не совсем понимаю, зачем их сюда положили. Плюс к тому, их же можно сдавать для того, чтобы можно было получать себе, опять-таки, бустеры. Ну, короче, крутишься по кругу. В общем, ребят, что касается вот этого всего, сами выбирайте, что вам важнее. Обратите также внимание, что если вы за 2500 бриллиантов и 35 золотых слитков откроете себе Шмаль Турма, то вы не получаете его в его легендарном внешнем виде. Он будет выглядеть просто вот такой вот серой обыденной машиной. Его легендарный внешний вид вы сможете докупить себе отдельно за, как вы видите, 5 золотых слитков и за 2000 бриллиантов. Короче говоря, если посчитать, то получается 4500 бриллиантов и 40 золотых слитков. Ну, 40 побед, я не думаю, что это есть большая проблема. А вот собрать 4500 бриллиантов, это нужно постараться. Причем, что необходимо слить для этого? Давайте посчитаем просто для ровного счета в голде. Так вот, здесь, ребят, за 3500 золота вы получаете 3850 бриллиантов. И плюс еще вам необходимо дамазать, ребят, дамазать надо, 650 бриллиантов чем-нибудь, пожертвовав в виде, допустим, свободного опыта того же самого, или серебром, или, я не знаю, бустерами какими-то, для того, чтобы забрать себе Шмальтурма. В
целом шмальтурма и так продают за 3500 в основном, когда выставляют на продажу. А то бывает и дешевле. Поэтому, ребят, по большому счету вы можете просто дождаться когда-нибудь продажи шмальтурма и за 3500 с его легендарным внешним видом вот этим приобрести себе машину, не затрачивая дополнительные ресурсы. Но тут уже вам решать, насколько сильно вам нужна данная тачка. Я бы рекомендовал следующее. Я рекомендовал бы вам поиграть, набрать максимальное количество за отведенное время, а именно за 7 дней, максимальное количество бриллиантов и золотых слитков, а дальше уже думать, на что вам хватает, и туда уже в случае необходимости дамазывать чем-нибудь, как я уже сказал, бустерами, серебром, свободкой и так далее. Я вот, допустим, на днях, ребят, слил целых 800 тысяч свободного опыта на прокачку ветки американской, и теперь отчасти об этом жалею, потому что сейчас я бы это дело все слил для того, чтобы вас порадовать большим количеством контейнеров Deluxe. Но поскольку порадовать вас все-таки хочется, давайте сольем немножечко ресурсов, ну и, соответственно, попытаемся что-то открыть. У меня огромное количество бустеров опыта, мне не надо такое количество бустеров, ну вот серьезно, поэтому давайте будем обменивать, обменяем бустеры, касающиеся опыта, плюс к тому обменяем бустеры на свободку, потому что в таком количестве бустеры на свободку мне тоже нет необходимости, я просто не представляю, сколько я должен отыграть для того, чтобы потратить все эти бустеры, более 1000, ну короче, я думаю, вы понимаете суть моей математики. Теперь, что касается вот этих вот бустеров, где они там, если я правильно вижу, то это бустеры перезарядки. Вот, давайте их тоже немножечко сольем, тут немножко оставим, все-таки вдруг куда-то они мне понадобятся. Ну и то же самое касается опыта экипажа. Сейчас найдем, где тут у нас опыт экипажа. И тоже сливаем. Ну так, чисто для красоты. Ребят, стараюсь специально для вас, чтобы вас порадовать, чтобы показать вам возможности и шансы. Если вы готовы меня поддержать, то подписывайтесь на канал прямо сейчас. Поблагодарите меня, поддержите меня своей подписочкой и своими комментариями. Ну и плюс пишите, что вы будете с этим делать. Обратите внимание, часть сертификата на ВК-3001H. Интересно получается. Я как-то, честно говоря, пропустил даже этот момент. И, наверное, надо все-таки обратить на это внимание, что здесь у нас есть части сертификата на Т-34 экранированного, которого я очень сильно хочу себе на аккаунт. Вот серьезно, очень сильно хочу. Что касается ЛТ-432, тоже довольно-таки неплохо. Плюс к тому можно получить себе БТ-7 Арт, он у меня есть. Вопрос в том, какая будет компенсация в случае машины, но здесь этого всего не видно. Не могу, честно говоря, утверждать, что вы получите компенсацию именно голдой. И у нас здесь есть еще вот этот вот ВК-3001H. Короче говоря, здесь действительно есть чем поживиться. Помимо того, что оттуда цептер может упасть, ну, машина такая себе, прямо скажем, это просто проходняк покрашенный. А вот что касается других машин, на которые будут выпадать вам части сертификатов, то почему бы и нет? Я в подобном событии собрал себе ряд машин, которым был очень рад в своей коллекции. Допустим, забрал себе того же самого Мангала. Я взял себе Черчилля GS-ку. Короче, был очень доволен. Поэтому, ребят, если у вас есть большое количество ресурсов, которые вы понимаете, что вы по определению не сможете потратить, ну, соответственно, я бы рекомендовал все-таки слить эти ресурсы, они все равно более 1000 бустеров каких-либо вам навряд ли понадобится. Ну, 1000 боев, если на калькуляторе посчитаете, сколько вам необходимо отыграть, ну, поймете, что, наверное, все-таки вы это не осилите в ближайшее время. Ну, а заиметь себе дополнительную тачку в ангар за этот счет, по-моему, очень неплохо. Плюс все эти бустеры, ребята, они выпадают у нас из контейнеров, причем постоянно. И мы, многие там уже мне писали в комментариях, мы все привыкли к тому, что эти бустеры падают, а многие говорят, что уже этими бустерами задолбали. Так вот, разработчики дают возможность вам эти бустеры с умом потратить. Ну что, собираем потихоньку. Я не могу сказать, что прям в каком-то там мега-супер крутом количестве выпадает, но вот сейчас 15 на ВК выпало, еще пятерка выпала на ВК. И это, ребят, я еще даже не слил половину того, что у меня было. Ну слушайте, по-моему, довольно-таки неплохо. Мне лично нравится.
нормально падает, вот серьезно. Я вот то, что сейчас вижу, меня в целом устраивает. Что касается экранированного. Экранированного когда-то можно было забрать абсолютно бесплатно по подписке. Надо было просто 10 дней заходить в игру, собирать части, и за 10 дней можно было себе экранированного забрать. Многие игроки помнят это событие. Так вот, представьте себе, ребят, что на всех своих аккаунтах я собрал его. У меня более 7 аккаунтов, тех, которые я периодически пользую. И представьте себе, маленькая заподлянка случилась. Вместо того, чтобы нажать кнопку «Объединить», я нажал кнопку «Обменять». И обменял благополучно все свои собранные части сертификатов на экранированного на осколки, которым был безумно рад, в кавычках говоря. Мне хотелось материться и что-нибудь кому-нибудь неприятное сказать. И в итоге я остался на основном аккаунте без экранированного. Вот такой вот обеднячок. Теперь давайте будем смотреть. Я слил достаточное количество ресурсов, я бы сказал, немалое количество ресурсов. И давайте теперь посмотрим, что касается, господи, частей сертификатов, которые мне попадали и в каком количестве у меня что получилось. Опускаемся ниже. Как видите, у меня еще с прошлых событий огромное количество всего есть. Есть на Т-28, есть на Реношку, вот на Мангала мне там буквально 10 частей не хватило. Думаю, когда-нибудь подобное событие произойдет, и я там добью его, потому что компенсацию голдой можно получить. Плюс здесь у меня не хватает на Черчилля немножечко. Ну, короче говоря, вот из всех этих событий части какие-то сохраняются. Теперь давайте будем смотреть. Ну, что мы получаем? Мы получаем на ЛТ-432-го. Мне не хватает существенно, я бы сказал, 3/4 не хватает. Здесь не хватает практически половины для того, чтобы забрать БТ-7 арт, хотя он у меня есть. Но, возможно, можно получить компенсацию. Мне не хватает на экранированного 65. И вот здесь у меня есть вопрос, где все-таки у меня части сертификата на ВК. Потому что на ВК-шку я не вижу. Вот он. Вот здесь у нас, ребят, получается, не хватает целых 115. Вот получается, математика такая, вроде бы и крутил, и крутил, и даже если бы была сотня необходима для того, чтобы его собрать, а не 200 частей, то все равно мне бы не хватило. Но, в принципе, и ВК, как бы, машина далеко не самая худшая, поэтому, ну, честно было сделано, поставив 200 единиц. Даже не знаю, что делать, имеет ли смысл мне чем-то как-то добирать, но мне очень хочется забрать экранированного, поэтому я думаю, что мы сможем с вами немножечко поиграться и немножечко продолжить. Давайте начнем с того, что у меня есть серебряндия, да? Ну, давайте по серебру. Немножечко заберем по серебру. Что там? Вот так вот обменяем. Не хочется тратить все сразу. И, кстати, рекомендую вам тоже не накупать огромное количество себе вот этих вот бриллиантов, а попытаться все-таки докупать по чуть-чуть. Докупать по чуть-чуть, потому что таким образом, когда вы все-таки заберете то, что вас интересует, вы не потратили лишние ресурсы. Короче говоря, ребят, играться так можно до бесконечности. Я еще подумаю по поводу того, что из этого мне сливать. Однозначно не планирую сливать голду. Ну и вам рекомендую брать все-таки дробно и не тратить все сразу. Всем желаю исключительно успеха, забрать машины, которые вы хотите, собрать машины, которые вы хотите. Ну и обязательно подписаться прямо сейчас на канал и вернуться на следующее видео. Я буду вам безумно благодарен. Кстати, ребят, помимо этого, есть еще вот такой вот розыгрыш, который сейчас выложили. Это рулеточка, обратите внимание. Здесь лунный багги, которого вы тоже сможете поставить себе вместо вот того внедорожничка. Но, ребят, ценник здесь, конечно, мама не горюй. Для того, чтобы полностью все собрать, придется слить достаточное количество голды, и мне кажется, что вот эти вот украшения этого золота однозначно не стоят. Возможно, лучше эту голдишку вам потратить на то, чтобы собрать машины как раз из вот этого события. Зачем разработчики наложили одно на другое, я немножко не понимаю, но это их игра, и им решать, где, что, как и почем выкладывать. Ну что ж, друзья, всем успеха, всем хороших открытий контейнеров, мне побольше ваших подписков, господи, подписков, ваших подписок, лайков, обязательно ваших комментариев и возвратов на новые видео. Я стараюсь специально для вас, пытаюсь поднять вам настроение и пытаюсь показать все так, как оно есть на самом деле. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.